Ну что, здравствуйте, приветствую, продолжаем проходить Сома. Да, записывал подряд и, блин, пока активность вашей не видел, но заранее спасибо, кто это делает, да? Заранее спасибо, кто подписывается там, да, ставит лайки, пишет комментарии, вообще огромное от души. В общем, мы дошли вот до этого места. До этого места дошли с вами, узнали в прошлой серии много чего нового про себя, это пиздец. Ну, про себя, про главного героя. Узнали много чего нового, это прям жестко. Скажу вам, я очень жестко, поэтому в этой серии посмотрим, к чему все приведет. Вот, и я нам сейчас сказала наша подруга, что в прошлой серии, да, что там каких-то два, типа, ну, длинных, темных, без лица объекта. И мне кажется, что это скорее те, кто, блядь, вызывает глюки, вот эти ебучие, блядь, да. А если их двое, это пизда просто. Просто пиздец сейчас будет. В общем, спасибо за вопрос. В общем, Саш, поудобнее, да, наливать чайку, при этом пить тоже, прям чаепитие, кофепитие или питье воды, приятного просмотра, а мы, собственно, начинаем. О, привет! Да. Это что, прятаться или что, блядь? Но туда я не хочу вообще никак, вон туда, там кто-то стучал. Блять. Ну, ударило, блять. Там он. Это новая хуйня, блядь. Ну сказал, их двое. Ну видишь, какая-то хуйня, другая чуть. Другая хотя бы уже. Это эта хуйня. Ну
Не, какая-то другая хуйня. Хотя это похоже на нее, которая там, блядь, шублики все не появляются, там подобное. Да, блять. Лучше проверять, чем. Я вроде активировал все. Вот здесь она, блядь, вот здесь ходит. Открывать двери, блять. Мой устаревший образ, который был на компьютере. Для чего вы его использовали? Это шаблон, в основе которого уже есть некий интеллект. Так что для того, чтобы построить А нужно сосредоточиться. Опашечка. А все и осознают себя? Они все считают себя Саймонами? Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если вы думаете, что мы просто помещаем людей в роботов и машины и выпускаем их на волю, то нет, это было бы очень жестоко. Все не так. По крайней мере, раньше. Полностью разумные машины, считающие себя людьми, это определенно что-то новое. Но для Ковчега вы сохранили им разум. Да, и мне практически пришлось изобретать метод заново. Я скажу, что я все перезагрузил, пожалуйста. Охуенно. Ничего не сработало, да? Короче, эти типа якобы хпшки нам лучше, конечно, не использовать по-хорошему. Пошли назад, чё, блять? Чё нам еще делать с тобой? Можно хуй приделать. Бля, на то, что эта хуйня может открывать, блять, двери. Какие эта хуйня может открывать двери просто? Видишь, мы используем эту хуйню, до сих пор свет вырубился. Эту хуйню нам лучше, конечно, не использовать. Эти хпшки, но это хпшка. Но нам лучше, конечно, ее не использовать.
Значит, вы не боитесь, что тут есть другие Саймоны или Кэт? Теперь боюсь. Боже, Саймон, некоторые мысли лучше и не озвучивать. Там какая-то хуйня ненормальная. Лабораторные терминалы потеряли связь с мейнфреймом. Надо перезагрузить маршрутизатор. Не волнуйтесь, я разберусь. Блять, нам бы не спускаться заново. Бля, я думал, просто включить надо, ёбаная, бля. Ну ладно, ну ладно. Как да, как в Dead Space, как будто как в Dead Space, вот такая хуйня, как будто. А где эта хуйня? Ну и чё тут, блядь, смотрите, стоит. Я понял эту хуйню, она будет, конечно, включать, да?
Ты съебывать его. Бля, ебать напряжно охуенно. Просто пиздец. Но другая как тема, другая. Все работает. Нужно обратно выбраться как-то. Он находит. Дети пойдет сейчас, кстати. Сейчас она придет сюда, проверяешь, придет сюда. О, смотри. Ебать, ты видел, кто зашла, где я был? Хуй просто. Я в ахуе. Блять, пиздец. Атмосфера свои давит прям пиздец. Вон, да, смотри, хуйня вышла, блядь. Отлично, Саймон. Только бы сработало, я туда снова не полез. Да, как другая, видел? Пиздец, но она более лайтовая, я говорю, вот эта Это хуйня, которая была, которая, блядь, ебать, нельзя смотреть на нее. А что бы подумал настоящий Саймон, если бы знал вам? О чем вы? Вы же знаете о себе. Нет, я имею в виду реальный Саймон. Саймон — человек. Судя по вашей реакции, он был бы расстроен.
Тот, который... Давайте, вставляйте найденный чип. Помните, тот, который этот, блядь... тот чел, который... Помните того, который, блядь, этот... Который нельзя смотреть, блядь, это был прям пиздец. А тут еще более-менее нормально. Давай. Пиздец. Там должен быть список персонажей. Посмотрите, кто может знать код доступа? Сказал, что может заявить ковчег, убил себя, осуждаем. Бежать станция, ага, пьещий контроль, сейчас работает на строму. Очередной, ага, проблем с тремаем опять закрыл мне вход на лабораторию. Мы так похожи, верно, в других обстоятельствах мы были бы лучшими друзьями. Нам помогла мне сразу волну утечку в шлеме, это должна быть ничего не бояться. Нет, не выйдет. Нужен кто-то из группы охраны Теты. А, из охраны Теты? Тоже не подойдет. Ищите охранников. Кронштадта и Стромейера. Ну вот он должен 100% знать. Многообещающе. Я загружу его и запущу симулятор. Вот и все. А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ваном. Используйте компьютер, чтобы включить симуляцию. Не так все и плохо. Стромаев только зря напугал, сволочь. Что? Как я сюда попал? Мистер Ван, вы должны помочь. Доктор Чун, это вы? Что случилось? Что это за место? Слушайте, мне очень нужна ваша помощь. Мне нужен новый код доступа. Доктор Чун, я слышу ваш голос, но тут никого нет. Тут нет никого. Тут пусто. Тут слишком пусто. С этим местом что-то не так. Это все не настоящее, не настоящее. Выпустите меня! Мы его, получается, оживили? Это ведь идеальный образ прямо для ковчега, самое то. А потом мы его отключили. Снова лишили жизни. Я думала, что все получится. Может, можно еще попробовать? Мне кажется, надо ничего ставить еще. Не так все и плохо. Стромая только зря напугал. Подождите! Саймон, вы сбросили симуляцию. Извините. Не так все и плохо. Стромая только зря напугал, сволочь. Что? Что это? Где я? Глубоко вдохните, мистер Ван. Все хорошо. Доктор Чун? Куда вы меня запихали? Мне нужна ваша помощь. Надо узнать новый код доступа. Зачем вы это делаете? Это какая-то уловка? Ничего я вам не скажу! Я пытаюсь спасти людей. Нет, вы врете. Это все ложь.
Да вы оглянитесь, это гребаный цирк! Вытащите меня, Чун, или я вам врежу! А отключать его надо? Нельзя оставить живым, пока не получим код. Чем дольше он будет в компьютерной модели, тем больше на ней зациклится. Ну и дали бы ему привыкнуть, что такого. Он тогда сошел бы с ума, так что лучше включать ненадолго и минимизировать страдания. Не так все плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Мистер Ван. Чун? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не надо волноваться. Нет, 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 это ложь. Вы врете. Не переживайте, мистер Ван. Нет, 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 зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун, я верил вам! Блять. Я думаю, что сцена должна превзойти его ожидания, ведь как только он начал сомневаться, все рушится. Вы правы, надо это обдумать. Нужны еще данные. Подожди, блять, может нам что-то найти, не знаю. Как его там зовут? Не так все плохо. Ван Брэндон, да? Сейчас попробуем, может быть это сработает, я не знаю. Да, вот тут должно быть про него. Я так и знал, блядь, так и знал. Попробуем, попробуем. Не так все и плохо. Страна я только зря напугал, сволочь.
Что за... А где Элис? Сканирование закончено. У вас все хорошо, мистер Ван? Чё? А где Элис? Она ушла. Мистер Ван, мне нужно узнать от вас новый код доступа. Что? Зачем? Для чего он вам нужен? Это фокус. Нет, все хорошо, честно. Я знал, вам нельзя верить, тут все фальшь. Ты меня не сломаешь, Нио, слышишь? Не сломаешь! Сколько раз мы это будем повторять? Ну уже, Саймон, не опускайте руки. Сука. Подожди, а там написано? Вот это, блядь, стоит. Может, не кажется, но нужно, думаю, туда сходить. Кэтрин Чун, да, она? Знала бы Брэндона лучше, смогла бы его разговорить. Thank you.
Здесь у нас только что? Здесь у нас какой-то вот город. Тачка. А здесь у нас семья, так понимаю, да, венчанная семья. И тоже какой-то город. Вот она, комната Брэнденова. Я открою вам замок. Чтобы его узнать, симуляция должна проходить без помех. Я жду, пока Стрески и Альвара соберут вещи. Спускайся вниз, встретимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Кажется, они собирались уйти. Какая-то девушка торопила Брэндона. Вы по интеркому слышали? Наверное, буфер передач. Ждите. Это Элис Костер. Я даже не думал, что они знают друг друга. Интересно. Мило. Брэндон скверно выводит меня из себя. Все такие храбрые, все улыбаются, не грустят. Знаешь, как-то ты сказал, что держал бы мою руку во время сканирования. Есть предложение еще в силе, с радостью приму. Если мы сделаем это вместе, то также вместе будем страдать потом. Говорят, нужно пару дней на восстановление. Целую, Элис. Здесь записка от Элис. Кажется, ее сканировали вместе с Брэндоном. Звучит многообещающе. Определенно пригодится. Придумала, Саймон? Я могу синтезировать голос Элис из интеркома и воспроизвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Отлично. Это просто замечательно. Отлично вышел с интерком. Вы можете анализировать данные? Как это у вас получается? Да как-то само получается. Само, говорите? Это очень интересно. Да, а теперь все девушки мои. Я нашел еще улики, что они сканировались вместе. Отлично, Шерлок, мы уже поняли. Надо сосредоточиться на симуляции Брэндона Вана. Я скомпилировала модуль Элис для работы. Значит, она будет с Брэндоном в симуляции. Вроде того. Говорить придется мне, но звучать и выглядеть она будет как у нас. Не так все и плохо. Стромая только тебя напугал, сволочь. Ну что, я сам виноват. Все нормально, я с ним поговорю. Голова болит, да. Ладно. 1729 через 42. 12 через 407. Записала? Да, я понимаю. О чем это вы? Нет, стойте! Все, хватит. Мы узнали, что нужно. И мы тоже такие? Симуляции? Да, но это не так уж и важно. Вы все еще вы. Я не знаю, что делать с данными. Вы решите. Погнали на обратный чек. Саймон, мы нашли. Теперь можно идти к данным. Возвращайтесь. Ой, бля, пизда. Сохранение сейчас это будет. Кэтрин, вы не могли бы просто извлечь код из данных Брэндона? Как-то жестоко было вот так его воскрешать. Нет.
Нет, это невозможно. Воспоминания так не работают. Надеюсь, все не напрасно. Ну, там какая-то хуйня тоже есть. Вот вы где. Прикрываете ли нас Данбет? Он много месяцев пыль собирал, так что быстро не выйдет. Так, ну вот и все. Готово. Отправляемся и... Странно. Неважно. Что нужно сделать? Отправляйтесь в док. Умный инструмент откроет дверь. И садитесь на Данбет. Подключите меня, и я спущу нас в бездну. Вроде несложно. Она как... реально как злодей говорит? Или мне кажется? Мне кажется, она как злодей говорит все-таки. Пиздец. Какая-то хуйня была. Я попробую с помощью этого. Нет, не моя проблема, что я не могу мышкой. Хотя, по идее.
Да, я попробую так сделать сейчас. Бля, не пойму, что надо сделать. Не понимаю. Бля, разработчики, что вы здесь задумали? Подожди. Подожди, тут нас ничего, да, нету. Цикл нахуй заорал. Не может, блядь.
меня. Да, ну тут очень как бы не очень комфортно. Да. Не буду трогать. Ну тебя нахуй. Мне сказали, ты плохая. Ой, блядь, что саму вот эту хуйню будем искать? О, нет! Не удобралось до батискафа раньше нас, да? Оно говорило. Вряд ли это хороший знак. Черт! Дангбот был нашим лучшим шансом. Я так надеялась, что он работает. Послушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали? Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались Дангбот, остается только вариант с подъемником на омикроне. Это нечто вроде лифта. Опускается прямо в бездну. Ладно, значит, так и сделаем. Идем на омикрон и садимся в лифт. Да, хорошо. Конечно. Отправимся на омикрон и будем надеяться, что там есть для вас энергокостюм, чтобы вас не сплющило давление в бездне. Ха, звучит интересно. Что ж, вперед. Стойте, а что это тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Тут и прототипы, и другие данные. Хорошо. Давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, удастся выяснить, как попасть на ковчег. А вы не знали, как нам туда попасть? Не знала, сложно ли. Запустите симуляцию ковчега. Хочу посмотреть его в деле. Да блять! Блин, нахуй! Давай мы с тобой на этом остановимся, запустим ее в следующей серии. Спасибо за просмотр, такая серия была. Очень интересно, очень классно, прям прикольно, мне нравится. Для игры сама, надеюсь, он тоже. Вот. В принципе, все, спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно побирать, там, правда, это, ну, правда, поддержка мне, ну, не устану говорить. Это, конечно, я понимаю, что вас задевают, да, слышат, наверное, что, типа, бля, подпишись, поставь лайк. Но, правда, для меня это очень огромная поддержка, поэтому заранее спасибо, кто это делает. В принципе, все, вот такая вот была серийка. Очень интересно. Увидимся в следующих сериях. Давайте.